Встреча с врачами. В мэрии подвели итоги деятельности медицинских учреждений. Борьба с наркоманией. В Армавире обсудили пути взаимодействия служб и ведомств. Субботник в станице. Зеленые зоны в сельском округе привели в порядок. Смотрите программу «Новости 24» по будням в 19:00, повтор в 6 утра, 6:30 и 12:30, а также в любое время суток на сайте ravita.info.